Всем снова привет, мы продолжаем играть в древние свитки 4 Oblivion. Находимся мы сейчас на дрожащих островах и будем приступать к пытке всего Crucible, блин. Потому что мы уже, я не знаю, две серии, наверное, бегаем. Так, ты кто? Ну-ка стоять. Есть у тебя немного скумы, да? Так, заговор. Я... Пытать эту суку? Нет. Хердер, шевели пятками. Ты чего? А то эта наркоманка, она у меня всю скуму вытащила из карманов. Пожалуй. Заговор. Я... Ну, скорее всего, сейчас если скажет, то наверняка ничего не знает. Пожалуй. Да, ладно, тебя пощадят. Увидимся. Ее и так ломает, мы ее еще нахерачили. Нахерачили. Что-то здесь не то, короче. Блин, я давно уже должен был найти. Ты, зеленый упырь. Фу, ты пахнешь даже... Ах так, тварь. Заговор. Мне нечего сказать. Ложь. Пожалуйста. За свою дерзость ты сейчас молнию в голову получишь, падла. Возможно, кстати, что-то и знает. Диалог немножко поменялся. Хватит. О, хватит. Ну наконец-то. Вот все, что я знаю. Ходят слухи об Ане Херик. Она выглядит более нервной, чем обычно. А что-то она молчала. Люди думают, за этим что-то кроется. Я к ней подходил, не было диалога про слухи. У нее только про слухи был диалог, и все. Блин, плохо. Значит, так будем выяснять. Через орка. Так, где ваша Аня Херик? Она вон гуляет где-то. Где-то гуляет. Так, стопе. Да? Вот теперь ты мне все расскажешь. Что? Нет, я ничего не знаю. Не могу помочь. Пытаю, Хердер. Нет, пожалуйста, не надо. Так а что ты дурака валяешь? Давай, шагай быстрее, она убежит сейчас. Мне, конечно, тоже херовато, я вам на пол хп почти просил. Лови лицом. Отойди, у нас экзекуция. Пожалуйста, я не участвую в этом. Они хотели через меня подобраться ближе к сил, но я не буду им потворствовать. Так, говори, кто? Кто подходил к тебе? Отвечай! Это был Мазада. Я с ним тоже не говорил. Он говорил, что выполняет чье-то поручение. Сказал, что я должна помочь ему. Или будут последствия. Ага. Я не знала, что делать. Пойти против сил — это будет стоить мне жизни. Если я не помогу... Что сделает со мной Мазада? Ну, понятно, в неприятном положении. Кто-то должен что-то сделать. Угу. Заговор? Я сказала все, что знаю. Это был Мазада. Клянусь, я больше ничего не знаю. Хорошо. Еще увидимся. Ну, блин, ее, в принципе, тоже можно понять, да? Живет девка в страхе, что либо каджит ее приплюснет. Давайте я лечусь, блин, сразу на пол маны после себя вылечил. Ну, то у меня слишком убойное заклинание лечения стоит. А, по-моему, слабее у меня нету. Так, аккуратно. Я падать больше не хочу так. Хердер, давай, падай. Хочу посмотреть. Ну ладно. Не хочет падать. Пошли Мазаду трепать. Мазада, по-моему, тоже не главный в заговоре. А знаете, кто главный? Привет. Вот эта дура. Я Мьюрин. Если у тебя есть тайны... Можешь ими со мной поделиться. Я их никому не разболтаю, разве что своей семье. Ну, разве что они очень интересны. Ну-ка, если ее сейчас про заговор спросить. Заговор. Я ничего не знаю о заговоре. Пертаю, Хердер. Пожалуйста, нет! Ну нет, скорее всего, ты ничего не даст. Блин, можно было так и в кота попасть. Ты чего, братан? Далеко не уходи, кот. Пожалуйста. Ну да. Еще увидимся. Обязательно. Стой. Это опять ты. Ничего не попадалось, говори. Боюсь, мне. Не имею пред... Да-да-да-да. Уже сколько раз в тебя молнии попали. Так, секунду, друзья. Вы можете продолжать ваши гнусности, но пока мне не будут предоставлены доказательства наличия этого абсурдного заговора, я ничего не скажу. Ах ты, черт мохнатый. Заговор? Говорю же, я ничего. Хорошо, ладно. Еще увидимся. Заговор. Ой, доказательства, да? Доказательства. Поделиться, отказываться. Крусиба узнает побольше. Побольше жителей Крусиба. Ты что не знаешь? Да благослови.
Ничего ты про заговор не знаешь. Да хранит тебя нашло. Твоя хозяйка сил в опасности, блин, герцогиня, а ты... Чё? А, это грибная трава, я думал, кто-то в невидимости. А ты ходишь, блин, расхаживаешь. Так, смотри, там бомж. Может, бомж что знает. Бомжи вообще должны все знать. Да не лезьте к ней, она тебе все равно не даст никогда. Финду, сделай эту. Ты стричешь это. Так, заговор. Трям-брям. Я сблик... Так, ну с ним понятно. Это вообще полностью поехавший уебок. Так, другу негде сновидеть, ага. Коммуницируй с Унгаром. Унгар коммуницирует, что не делеричен, а ладичен. Но Унгар очень делеричен. Понишешь меня? Да, конечно, понишу. Унгар коммуницирует, что он пока-пока. Коммуницируй с Унгаром. Ты идентичишь меня? Друг тогда сможет сновидеть на основнике Унгара. Как ни странно, я все понял. Гул взрывокнет его. Давай. И тебе удачи. Так, а куда? Заговор, 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 заговор. Доказательство заговора. Может, у него в доме доказательство заговора? Как вариант. Зайти к нему домой. А где его дом? Не помню. А вот он. Так. Блин, чё может быть доказательством заговора? Записулька, по идее, какая-нибудь, да? Записулька Crucible. Так, еретические мысли, кора и живица, жизни литры, пристрастие боли. Так, а это что, единственная комната? Ну, должна же быть какая-то комната для сна, нет? Crucible. Вот. Попробуем наверх зайти. Пока он ходит по улицам, днем же. Мы попробуем что-нибудь найти здесь интересного у него. Стоящие камни, зелоты, метла. Рубашка с завязками. Хердер, ты ничего никому не скажешь. Мы тут с тобой незаконно. Буфет, нужен ключ. Скорее всего, доказательство в буфете. Кстати, спать можно. Ха. Ну как, почти можно. В корзине есть что? Блин, придется, наверное, с кем-то все-таки разговаривать. А с кем? С кем-то надо поговорить еще. А, блин, тут все ноги можно сломать, да? Ассасин Крид. Ай, нет, не Крид. Ладно, чутка. Да прибудет с тобой благословение, гражданин. Ты так, ты же сумасшедший, да? Что? Хочешь купить палочку? Так, Бишек, заговор. Я ничего. Да, ты ничего не знаешь. С тобой мы уже говорили. Береги себя. Берегу. А кто что может знать? О, кунсткамера, оружие, рещица. Блин, ну это какая-то херня. Я помню, что все было просто. Что-то где-то я пропускаю, так очень сильно причем. Квест я по сути помню, но почему никто ничего мне не доложит? Как-то все это тупо. Так, мистерия Ирила. Так, Ирил. Сильные руки, крепкая спина, да, выглядишь прекрасно. Жаль, время согнет, тебя уничтожит, ты увянешь. Но есть... другой путь. Вовсе не обязательно подвергаться влиянию времени. Скажи, у тебя никогда не было мысли выставить себя на обозрение? На обозрение? Ты чё, дебил, сука, что ли? О, да. Видишь ли, я изучаю хрономантию, магию изменения времени. Используя магию, я замедляю биение твоего сердца, твое дыхание, движение и мысли, пока они полностью не остановятся. Ну, тупо убьешь, да? Ты превосходно сохранишься. Вне времени. Вечная красота. Я выставлю тебя на обозрение, как и остальные экспонаты. Ну да. Нет, спасибо. Ага. Ну, что я могу для тебя сделать? Ага. Так, слушай, про заговор можешь мне сказать? Я ничего... Он ничего не знает, да. С торгашами бесполезно говорить. Пожалуйста, возвращайся поскорее. Неизвестно, какие диковины у меня найдутся для тебя в следующий раз. Ха. Кого-нибудь уже выставил на обозрение-то, братан?
Короче, он убивает людей. Ну, убивает как-то. Да блин. Так, погнали, 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 погнали. Кого, сука, спрашивать? Кого спрашивать, а? Доказательства. Из кого их выбить? Какие доказательства? Хоть бы на кого-то навел, блин. Че не знаешь? Да благослови. Ничего ты не знаешь, блин. Да хранит тебя наш лорд. Дома у него ни хера нету. Все доказательства закрыты на ключ. Кстати, да? Вышли только что из Крусибла. Ты кто? А, ты просто... Чем могу служить? Вышли из Крусибла, да? А погода вообще ужасная. Только перешли за порог двери. Ясная погода. Чем могу служить? Как будто ничего и не было. Блин, блин, блин. Где искать доказательства? Хаскил, сука. Да? Заговор. Драка. Ебаный. Очевидно, пытки не всегда позволяют добить паранойя. Это норма жизни в Крусибле. Многие... Понятно, ничего не сказал. Не помог. Буду ждать следующего вызова. Не сомневаюсь. Конечно, я ж тупой, сука. Блин. Негр. У тебя есть... Доказательства. Я не... Да, иди нахуй. Увидь... На вот и... Заговор? Я... Блин. До свидания. Подожди. Какие доказательства? Может, его болтать можно? Ёб твою мать. А ты что скажешь? Чего? Заговор. Я ничего... Ничего не знает. Давай. Пока, пока живи. Да хрень. Точно. Что-то я натупил. Сейчас мы найдем быстренько Мазаду. И либо денег ему дадим, либо мы ему в морду кинем этот самый, как его, очарование. И он нам все расскажет. Я что-то забыл совсем, что их можно же убалтывать, ё-моё. Так, давай что-то медленно, медленно ходим. Подбавь газу. Так, тихо. Так, сейчас главное его найти. Ни маркера, ничего на него нету. Ходи, ищи сейчас его. Так. Хоть похоронили бы, еще одно тело будет разлагаться. Молот антипода. Это кто такие слухи дал? Ха. Может, он закусочный? Нет. Кто видел кота? Прилично вроде одетого. Не видел, да? Эх, не допрыгну, не допрыгну. Поломал ноги. Хертер. Вот они все. Что? Ну-ка. Фу. Заговор. Тебе уже извини. Больше ничего не знаешь, да? Береги себя. Привет. Бишоп. Бишоп. Какая-то проблема. Брайтер. Приветствую. Вы мне все будете потом нужны. Ты погоди, не разбегайтесь. Хотя разбегайтесь, пока не до вас. Хердер, может, разделимся, найдем этого гнусного кота. Блять, как я так затупил-то, не уговорил его сразу, а? Вот куда он мог пойти? Вы знаете, мэм. Ничего интересного я у вас там не увидел. Так. Не думайте, что я извращенец. Так, мистерия Ирила. Может, он в гостинице сидит? Дом колоннады. Гостиница, гостиница. Вон таверна есть, да? Закусочная. Биша. Опять эта сука Биша. А где этот упырь? Упырь-упырь. Орк здесь. Везде. Не говори. Сплошные каджиты кругом. Замотался я уже что-то. Где этот козел? Найди мне кота. Вот чем. Больше мне ничего не надо сейчас. Может, он домой пошел к себе? О, блин, это другой кот. Где-то он стоит и втыкает тупо, а я не могу его найти. Ну, что за дела?
Да прибудет. Я уже по кругу все бежал. О, туловище. Туловище, у которого на скотч прилип молот к спине. Так. Всегда меня это забавляло. Да заткнись. Мазада! Надо покричать просто. А он придет. Давайте еще скоро кинем. Будем летать как горелые. Может, он вообще за город вышел, а? Да блин, не должен. Мазадушка, найдись! Блин. Я помню, у них, кстати, здесь какой-то бойцовский клуб есть. По ночам. Во. Может, он дома? О, точно, он дома. Стой, 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 стой. Сейчас мы с тобой поговорим. Не-не-не-не-не, надо что-то посерьезнее, да? 27. Покоряющий глаз. 40. Побеседуем. Заговор. Говорю уже, я ничего. Ну блин. Пытай нахуй. Заебал, блядь. Блохастый хер. Вы можете продолжать, ва... Сука, сука, сука. Говори, если есть. Ах, ну ёб твою мать-то, конечно. Деньги никогда. Говорю уже я. Да ты чё, сука? Ну-ка. Увидь. Да, заговор. Говорю. Ну, бесполезно, короче, это все было, блин. Сколько денег у него? Какие гнусности? С кем я должен еще говорить? Увидимся. Сука, отдай деньги мои. 3000 на него влил. Вор, тебе не уйти отсюда. Сука, блядь. Пошел нахуй. Демон ебучий. Пытай его нахуй. Пытай его, блядь. Пидор. А он что-то, кстати, не умирает нихуя. Нет, в том плане, что он сознание не теряет, у него здоровье не тратится вообще. А ты что пялишься, пидор лысый? Ладно, это все, конечно, хуета. Давайте авто тогда загрузим. Ну, сейчас вылетим просто. Меня во всей этой ситуации просто тупо накаляет то, что нам придется загружаться. И не то, чтобы загружаться, а мы вылетим. Ну-ка, может, ты что скажешь еще? Говори. Заговор. Нет, нет. Пытай. Надоело. Шары такие. Мне не нужны проблемы. Ну, слава богу. Мне доводилось иногда видеть, как встречались Мазада и темная соблазнительница Нильрин в укромном уголке поздно ночью. Что ж они там делали-то, интересно, а? Это все, что я знаю. Ничего больше. То есть темная соблазнительница Нильрин соблазнила кота. Ну, зоофилия какая-то. Ну, что происходит? Заговор? Я не... Ну, ладно. Все, ладно. Главное... Бьюсь об заклад. Ты не любишь собак. Честно, не очень. Особенно больших. Знаешь почему? Потому что у больших собак в голове такое может быть. Сегодня она тебя любит-любит, а завтра она тебе яйца откусит, если ей что-то не понравится. Так. По-моему, где-то здесь это будет, нет? Я помню, что они ночью где-то встречаются, а что-то беседуют. Но вот я место не помню. Не помню точку. И здесь это будет. Так. Сейчас попробуем здесь вот так, хоп-хоп. Да пошла ты нахер со своей черной смолой, пусти меня наверх. А! Ну чё такое? Во. Может быть здесь? Может быть там, я не помню, откровенно говоря, где они будут говорить. Но это все будет ночью. Ладно, давай попробуем ночью. А, наверное, все-таки здесь, да. Попробуем ночью подождать. Хердир, ты тоже как-то... Как-то бы спрятался, что ли? Так, давай. 9, наверное. Это будет что, 12? Ну, давай так.
Давай вот так, даже 8. Уже что-то меня этот квест уже реально коробит. Что-то мы на него потратили гору времени. Чуть ли не 2 серии. Но там мы попутно другие квесты делали. Так, отлично. Все, ждем-с. Ну, точки пока 2 красные, то есть они еще не вышли, да? Пока еще никто никуда не вышел. Может, я просрал время? Не, не должен был. Давайте час еще. Погода, конечно, ужасная просто. Во-во-во, все, идут. Так, предлагаю попрактиковаться в невидимости. Нам никакой мрази нельзя, чтобы нас замечали. Просто стоит мужик, пялится в стену. Ничего подозрительного нету. Наверное, там. Удивительные существа, однако убить их сложно. Наверное, здесь будет встреча проходить. Или нет? Подожди. Нет, наверное, все-таки внизу. Мы пока покрадемся все-таки, как бы, для отыгровки. А, вон она стоит, да? Хорошо, мы прямо сюда подойдем и послушаем. Я надеюсь, будет слышно из этого грома, шума дождевого. Чего тебе удалось добиться? Будет ли Аня помогать нам? Нет, этот чертов инквизитор добрался до нее. Нам нужно найти кого-то еще. Немедленно займись этим. Я дала тебе задание и требую выполнения. Если ты не можешь выполнить его, тебя уберут. Все ясно? Вообще никто ничего не видит. Так, меня застукали при попытке послушать разговор Мазады с Юрием. Нужно я сейчас попробую выполнить намеченное. Теперь... Ах ты сука! Нет, все-таки... А, вот этого долбоеба лысого увидели. Блять, скорее всего. Ладно, лысый долбоеб. Да, инквизитор. Нет, погоди, погоди, погоди. Возвращайся во дворец. Нет, не надо, не надо, не надо. Иди за мной. Все нормально. Это я тупанул, блядь. Ждать еще ночь. Ну давайте подождем еще ночь. Сутки, да? Сутки, 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 сутки. Сутки вот здесь. И не будем высовываться, блин. Я думал, вот этот долбой дятел. Че, 12, 24, 22 часа придется подождать, наверное. Давай так. Может, хоть погода поправится, а? Я, прикиньте, вот я сейчас буду целые сутки стоять и охеревать. Под этой жестью. Весь вымокну. Был бы я этот самый ящер, другой вопрос. Они воду любят. Им вообще за радость такая погода. Дождь, походу, кончился, кстати. Отлично. Часок. Кстати, пока мы так ждем, время-то идет, шапка наша чинится, подгоняется, так, все, исчезаем. Вот смотрите, мы сутки прождали, да? И по итогу что? По итогу ничего. Она, кстати, уже и тут стоит. Ну, понятно, что нам туда спускаться нельзя. Хердер Даун за нами пойдет. И все испортит. Меня-то не увидели, скорее всего. Как бы они меня увидели? Вот если бы Даунхердер... А вообще Даунхердер... Да, инквиз... Жди здесь. Ждать? Вот, а я, наверное, здесь побуду. Так, а чё так это? Долго идете? Мазада что-то домой ушел. Мне чё ещё идти за вами? А, вот, смотрите. Нелерин идет. Хорошо. Пойдем проводим ее. А туда, куда нужно, идет, хоть нет? А Мазада тогда почему сидит дома? Нет, она сейчас на точку придет, наверное, да?
А Мазада сейчас выйдет. Так, я сохранюсь. Сейчас-то уж меня не должны будут спалить. Отлично. Где? Тише, меня не видно. Не видно. Оп, 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 ой, ой, ой. Зачем мы это делаем? Ну чего, будет там беседа или как? А, вот он выходит. Ну слава богу. Вот здесь вот посижу, возле ящика. И думаю, нам будет все прекрасно слышно. Нас как бы не видно. Нас и так не будет видно. Я надеюсь. Амулет, конечно, блин, сбивает, да? Погнали. Чего тебе удалось добиться? Будет ли Аня помогать нам? Нет, этот чертов инквизитор добрался до нее. Нам нужно найти кого-то еще. Немедленно займись этим. Я дала тебе задание и требую выполнения. Если ты не можешь выполнить его, тебя уберут. Все ясно? Да, да. О. Я хочу сил смерти не меньше твоего. Такую мерзость нельзя простить. Она должна умереть. Хорошо. В следующий раз я хочу услышать от тебя об успехе. И не привлекай внимания. Сквозь меня, да? Не то нами заинтересуется инквизитор. Да я ничего, я здесь поссать пошел. Мне удалось послушать разговор Мазады с Нелерин. Теперь, когда я располагаю фактами, надо вновь побеседовать с Мазадой. Далеко не разбегаемся. Здравствуйте. Это опять ты. Заговор. Говорю уже, я... Блять, слышно были? Все. Что? Ну да. Я это для блага Крусибла. Я думал, сейчас опять испытатель придется. Пожалуйста. Пощади меня, я все сделаю. А кто вовлечен еще? Я никого не знаю, кроме Нелерин. Она получает от кого-то приказы, но не говорит от кого. Если я добуду эту информацию, заслужу ли я пощаду? Да, 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 заслужишь. Раздобудь имена. Спасибо, спасибо. Твоя доброта не знает границ. Я добуду имена, обещаю. Тоже приперли к стенке, да? Давай, встретимся у меня в доме завтра в полночь. У меня будет информация. Давай. До свидания. Чем могу служить? Да все нормально, как будто ничего не было, да? Так, инквизитор, давай. Да, За мной. Конечно. Нам еще, скорее всего, придется попытать бабу. Это свет включен. Надо было свет включить, когда мы их слушали. Так, завтра в полночь. Значит, завтра в полночь у него дома, да, будет информация. Ну, хорошо. Это нам еще, что, блядь, почти сутки ждать. А-а-а. Жесть. Так, Хертер, отойди с дороги. Что нам говорит это? Расследовать не стоит пока расследовать. А, подожди, поговорить с ней надо все-таки, да? Стоять! Никто еще не убегал от инквизитора. Чего ты? Заговор. Надеюсь, ради твоего же блага ты меня ни в чем не обвиняешь. Да что это ты такая храбрая? Было слышно. Неужели? И у тебя есть доказательства? Их нет, не так ли? Тогда ты ничего от меня не добьешься. Хердир, ёбни ей. Меня бесит такая дерзость. Стой и жди, пока он молнии тебе в башку даст. Короче, на самом деле, не надо было так делать. Мы тупо сдали Мазаду, по сути. А Хердир идет где-то. Чтоб фаталити сделать, да? Точно. Да пребудет с тобой благословение, гражданин. Сейчас подождем. Хердир, да шевели ты тапками своими. Просто раз ей в голову, да, и все. Она меня бесит. На.
Все, красава, больше от нее ничего не надо. Твои уси. Да понятно, все с тобой понятно. Да хранит тебя на шее. Тут же проклинает, тут же благословляет. Ладно, хорошо, побежали. Позади. Нужны доказательства, а именно то, что нам даст Мазада. Хорошо, ждем еще 21 час, получается. Заруливаем. И серию заканчиваем. Вот, как я и говорил, пока мы так ждем, дни-то идут по подгонке нашей чудо-шапки хамелеоновской. Самое главное, чтобы, как я уже говорил, не было бага, и она просто не исчезла из ассортимента торговки. Торговцы, да, я торговцу уже отдал. Который легкой броней торгует. Потому что я его зарежу. Я обещал, что он умрет. Так, отлично. Все, вперед. Подожди, не вперед. Да похуй. Заходим. Прошел день. Ну да. Просто сдали. Мазада найден в своем доме мертвым. Стоит посмотреть, не удалось ли добыть добытые улики, проливающие свет на заговор. Ключ Мазады, ключ от дома Мазады, братан. Да, ключ. Ключ откроет нам, по-моему, тот самый буфет, который мы не могли попасть. Церемониальный меч. Блин. Так, а записка-то как называлась? Мятая записка Мазады. У меня мало времени, она идет за мной. Далин попросил меня заняться этим мечом. Мне надо было отдать его Ане, чтобы она пустила его в ход. Но Аня этого не сделает. Возможно, теперь он послужит доказательством. Сила познает его. Всем заправляет Мьюрин. Именно она говорит Налерин, что нужно делать. Надеюсь, если меня не станет, эта записка будет достаточной уликой, чтобы схватить ее. Хочется верить, что я доживу до этого момента, бедолага, да? Люди гибнут. Люди, кошки. Кошки, органиане. Так, пошли Налерин к стенке припирать. Она у нас, наверное, во дворце сейчас. Конечно, где еще будет? Я думаю, квест мы завершим, да и серию потом вместе с Серегом тоже. 36 золотых. Налерин. По сути, их надо всех казнить, да, будет? Да пребудет с тобой так. Благословение, гражданин. Обычное. Но, насколько я помню, казнят главную. Так. Чем? Чего ты? Заговор. У вас нет... Вот они. И что ты с ним будешь делать? Пусть тебе воткну. Я даже не та, кто тебе нужен. За всем этим стоит Мьюрин. Но тебе понадобятся серьезные улики, чтобы прижать ее к стенке. Да вы достали с своими уликами. Да хранит тебя наш лорд. Ладно, пошли предъявим быстренько. Так, она у нас где? А, ну, наверное, там же. В Крусибле где-то находится. Бежим. Бежать. Так, 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 так. Дом Мьюрин, это, полагаю, нам нужен. Так, Хердир. А я так умею, а ты нет. Пизда. Старому черту. Так, стоп. Ай. А, ну да, все правильно. Дом Мьюрин. А, лови меня! Приветствую. Так. Ну да, надо ждать. Надо ждать, пока наступит утро. Часиков 8. Блин, серия ожиданий. Всю серию ждем и ждем. Чего такой недовольный-то? Акробатику надо качать, тогда нормально все с тобой будет. Так, ты откроешь мне? Да, точно. Так, старая проститутка, стой. Привет, я... Да, ты поболтала, заговор. Вижу, тебе пришлось изрядно потрудиться, чтобы меня выследить. Пришлось пару серий побегать. Да, за этим стою я. Сил заслуживает самой страшной смерти за то, что предала всех нас и спелась с нашими врагами. Интересно, о чем речь? Давай, делай свое дело. Ничто теперь не имеет значения. Заговор. Тебе удалось получить то, что нужно? Да-да-да, хорошему слуге. Надо сдать тебя с потрохами, тварь. Все. Сейчас.
Леди Сил, Леди Сил, у меня для вас новости. Кинете ли вы мне косточку? Так. Все, бежим. Бежим, сломя голову. Кстати, от нас, по-моему, Хердер уже отстал. Чем могу служить? Ничем. Хочешь посмотреть на экзекуцию? Пошли со мной. Свет. А где? Привет. Ну где? Да твою-то мать. Все еще спят. Сонное царство. Все? Отлично. Так, 6 и 7. Пошли. Привет. Какие новости, инквизитор? Мьюрин. Вот как? Ага. Я немедленно брошу ее в камеру пыток. Встретимся там. Давай. Салют. Ну, она уже там на самом деле. По-моему. По-моему, она уже там помещена туда. Ура! Наконец-то. Блин, квест реально такой жесткий. Ну вот она стоит. Давайте, как я и обещал, мы фотнем. Пока есть момент. ТМ, поверни голову. Вот, улыбайся. Желательно. Все, отлично. Сейчас будем ловить момент. Блин, вот этот тот амулет ссаный. Ща, пацаны. Я сниму его. Вот оно иногда портит все. Снимем. Угу. Так, наверное, ярко, да? Ярко, ярко, ярко. Где там моя эта... Мистицизм этот херов. Как он там? Рассеивание, да. Свет убрать. Ну, так будет нормально. Давай. ТМ. Убираем. Сохраняем. Еще раз фотнем. Как я понимаю, ты созналась, что замышляла убить меня. Вот так еще можно. Наказание за предательство – смертная казнь. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Ловим момент. И чё? Мадам, вы промахнулись. Да ну нафиг. Еще раз жми, чё ты тупишь? Блять. Ну, как бы этого не должно было произойти. Я не знаю, почему она выжила. Все. Теперь ты видишь, что происходит с теми, кто противостоит мне и терпит неудачи. Меняйте камеры свои, блядь. Они всегда терпят неудачу. Ни о чем, но просто. Я довольна твоей работой, инквизитор. В знак признательности я сохраню тебе жизнь. Ах, и предоставлю место при дворе деменции. Вдобавок возьми этот лук. Пусть трепещут твои враги. Они не будут знать, какая магия сразит их в следующий момент. Ну, на самом деле, действительно приятный лук. Забавный достаточно. Да. Ну все. Увидимся. Бывай. Платье у нее, кстати, ничего такое шикарное. На женского персонажа, сам Атор. Мы перегружены. Лук, лук, лук. Гибельная грань. Да, но он слабо бьет, но у него достаточно интересные эффекты разные всякие. Вот. Забавный баг такой непонятный. Постижение безумия. А, вот, пора Шагра там потрындеть. Так что как-то так. Не получилось. Все, друзья, спасибо, что смотрели. Надеюсь, серия понравилась. Если это так, то ставьте лайки, на канал подписывайтесь, комментируйте. Советуйте друзьям, родственникам смотреть там, я не знаю, что-нибудь еще там. Короче, просто, если вы посмотрели, поставьте лайк. Хердер, убирай это говно. Очищай клетку. Вот, потому что лайки будут повышать канал в поисковом рейтинге. Вот это все такое. Я, по-моему, это все уже, короче, говорил. Все, друзья, всего вам самого хорошего. Ждите следующих серий. Всем пока.